В Мангыстауской области более 200 детей в возрасте от 8 до 12 лет приняли участие в прослушивании 4-го сезона детского песенного конкурса «Баллада Оса». По условиям, лишь один из юных исполнителей попадает в суперфинал. Состоится он в Алматы. Прошедший отбор из разных регионов республики начнут подготовку в Звездном доме. Наставником финалиста из Мангыстау станет эстрадный певец Бейбет Кушкалиев. Ну а пока участники регионального тура стараются покорить жюри, демонстрируя вокальные данные и артистизм. Каждый конкурсант мечтает стать победителем, ведь на кону грант на обучение в музыкальном учебном заведении и путевка в Диснейленд. Я хочу побеждать и выигрывать в этом конкурсе. Конечно, для всех артистов здесь это волнительно, потому что в Мангыстау не всегда бывают такие масштабные конкурсы. Я хочу в первом туре исполнить казахскую, русскую и английскую песню. Нам нужна звезда. Нам нужна рожденная звезда, нам нужен истинный артист. Иногда думаю, может быть, мы слишком многого хотим от ребенка. По счету это 8-й регион. Есть вот что-то такое именно в детях Мангыстауской области. Они вот рождены прям как будто артистами. Он выходит, исполняет даже то малое количество, которое мы уже прослушали, но душа прям радуется.